сегодня, ну и удача откровенно в ряде случаев отвернулась, да и в целом вот как есть культовая фраза, это сегодня не день Бекхэма, вот я думаю, сегодня так можно про всю тюменскую команду сказать. Мы с вами смотрим повтор забитых голов, в первом тайме счет открыл Владимир Санасян после передачи Котлярова. Затем голевой передачей отметился сам Залалетдинов. Андрей Заволонков колотил мяч в дальнюю девятку. Счет стал 2-0. Именно с таким счетом закончился первый тайм. С таким же счетом в итоге закончится и тайм второй, в котором динамовцы сумеют найти еще два момента. Сегодня, что интересно, три мяча из четырех забили со стандарта гости. Вот в этом эпизоде был назначен пенальти, который реализовал Ришат Котляров за игру рукой Камиля Гериханова. Счет стал 3-0. А затем еще один стандарт и третий гол со стандарта тюменцы пропустили. Это вновь был штрафной. Все тот же Ришат Котляров. Заработал этот штрафной Мурашов. Вот на ваших экранах момент нарушения правил. И туда был мяч направлен в расчете на то, что скорее всего подправит его. Там какое-то небольшое касание это, кстати, было, но скорее от игрока Тюмени, от Крыкуна. И в итоге мяч юркнул в дальний угол. Гол записали на счет Ришата Котлярова. Счет стал 4-0.